Info округа Лос-Анджелес. Прижмите кнопочки и заглушите. Найс, ты ПВЖ, Дэл, давай. Найс, ты ПВЖ, реально. Он вредный. Может, еще покатаемся? Вы мне нравитесь. Да мы на нас всегда гоним. Мы не догоним его в жизни. Думаю, ты к нам приедешься. Конечно, Газель же быстрее. Full PT Sprinter 220 хреначит. А как мы его не догоняем? Он 220 едет. Сейчас колес посмотрю. О, мы догоняем, догоняем потихоньку. Это реалистичная игра. Забыл? Да. Догоняем, догоняем потихоньку. Только я бы не, вообще даже, да, даже не подтолкнул, да. В этом прикол. Минус колесо дал, смотри. Оп, оп, оп. О, все, приехали. Так у него тут точка сдачи. А, ну все, значит. Пойдемте на взятку, раз уйдем ее. На взятку. Это мы можем. Здравствуйте. Ой, засался. А. Я вас приветствую. Покидаем транспортное средство. Какая причина? Ну, по какой причине вы меня остановили? Выше за что на выломал стекло, чувак, когда против не делал, чувак, когда. Мы вас не останавливали, мужчина. Вы сами остановились. Вы задержанный, имеете право хренплачать, вы скажете, можете быть использованы против вас, судья, вы имеете право на 2-2, если вы не едете, прикатывай, 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 бесплатно, чуть правильно, не помню, звонок, дай нас подавай, снимешь право, гражданин. Права есть, нет? Вы были задержаны за 10.15.6, не повинение сотрудника полиции. А, как себя не повинен? Сейчас проведу первичный обыск. Лицом к себе встаньте. Лицо к машине. Лицо к машине. Я делал белый печаток, только верхний слой держи граждан напротив. Откуда у вас столько пенифринов? Вы врач? Работаю, да. Это нормально то, что вы в свободное время имеете такое большое количество пенифринов? Не запрещено. Хорошо, а почему нужно шаг, когда даже есть кодекс? Опасное ожидание. Вы, как минимум, выехали быстрее положенной нормы. Максимальной, да, нормы. Это решение прав, гражданин, вы знали? Вы ехали больше... Вы ехали 220 км в час по трассе, если что. Вообще адекватный гражданин. Адекватный вообще, да, вы понимаете? Адекватный. А если бы там ребенок дорогу переходил? Где у вас лицензия находится, гражданин? Сейчас же снег, нормально. Нельзя разгоняться в такой скорости. Да, гололедится. Правый карман. Мама, правый карман, достал пакет лицензии. Дети ледятся. Ой-ой-ой, гражданин, ну как такое, а? Так, поскольку вы нарушили достойную, очень серьезную статью, вы готовы платить штраф в размере 10 тысяч долларов? Нет, не готов. Тогда мы, получается, пакуемся и с вами уезжаем. Что, в багажнике? Также гражданин, который меня упаковывал, так сказать, в наручники, будет откинут за НРП. Нет, он ничего не на, он ничего не нарушил, он ничего не нарушил. Так, открой дверь автомобиля, засунул гражданина. Он просто задушил тебя. Давай закрой дверь машины. Прыгай. Он, если говорить по-эльфийски, то он вообще ничего не нарушил. Он тебя просто задушил. Все, возвращаемся с эльфийского. Кто, я задушил? Я душила, да. Ты душила. Форточку, форточку, форточки открыты, так, открыты. Вот ты на меня в багажнике тесно, можете меня не душить? Ща, блин, подожди. Все очень серьезно, все. Очень серьезно. Это злостный нарушитель, конечно. Может, на заднюю? Я бы еще не буду точно. О, вот тут. Можете вытащить от меня, пожалуйста. Меня слышно? Меня слышно? Да? Да, да, слышно. Отлично. Продолжи. Открыл дверь автомобиля, вытащил рассыпал время безопасности, взломал человека, начал засыпать. Да, гражданин. Гражданин.
Подожди, Юрий, сюда все. Максим, я предоставлю видео, вас не догоняли. Я не превышал этого. Так, у меня на бронежилете висит камера. На ней все зафиксировано. Встаньте, пожалуйста, лицом к стенам. Вот, вот там, вот эта разметочка. Прекрасно. Приду встречу. Где находится гуд? Да. Пчаточки заслужили про карман. Нет, Макс Пак. Отлично. Ох, верка, что я прикажу на ручку. Келли, я отлучусь. Так, поверьте ко мне лицо, пожалуйста. Для вставления фоторобота. Досадок пока справа кармана. Досадок фоторобот. Фотографирую чью кнопку. Против, загружу пока все данные. Ну, вот человек, который сейчас с рождение будет предвидительно статьи такие как 17.6, 17.7, то есть не починился только МЛСПД, а также отказ от него по такой штраф. А как? Я не подчинялся. Не остановились по первому требованию. Вы попросили меня выйти, я вышел, я до этого не слышал, что... Мы за них вам было выкинуто. Ты меня подрезал! Ты... Вы. Здравствуйте. Достану планшет с базы до... Здравствуйте. Добрый вечер. Останочку ПЗ, заведу ключ задержанного, закрою дверь КПЗ. Привет, время провождения. Он будет вам запрошен. Они меня заломали, я еще лишки. Эти дяденьки могут тебе помочь. У тебя была полная свобода. Можно было скипать сколько угодно, даже на мобильном. А еще скажи... Space, я жду вас на задней парковочке. Экономи интернет-трафик. Слушай треки в любом порядке, без перерывов на рекламу. Но все еще можно вернуться. Премиум всегда открыт для тебя. Без твоего хуя. Чтобы узнать подробности. До свидания. Я тут. Закрытый. Вижу, вижу. Не вижу. Тут. Поехали дальше кататься. Поехали. Блин, ну это, конечно, был злостный нарушитель, да? Да. Ты его на 50 минут посадил? На 15. Сядет еще кто-то? Да, он сейчас сядет. Здравствуйте. Мы тут дуэм стоим, сидим же, правильно? Да, приятного аппетита. Спасибо. Может, по каждому съездим? В 24 на 7. Ограбление? Да. Ну, давай. Мы быстро. Мы там справимся с тобой? Ну, не знаю. Вот сегодня с 6 УКНами справились. Походу. Думаю, тут тоже. Вдвоем? Да, мы вдвоем с Челом. Даже семерых. Вытулили. У нас такое было вот с тем Челиком, который... Который его посадил. Space. А? Видеозапись, ё? Сейчас откачу. Да, откатил.